Нашу пуримскую трапезу мы соединили с саудат амен. Что такое саудат амен? Саудат амен – это мегаэш. 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 Сейчас переведем на русский, да? Как это мегаэш на русском? Сейчас скажу. На русском мегаэш – прикосновение огня. Да. И вот на это должно, чтобы мы знали, что первое, что второе, что третье, так нам надо мегаэш, и потом мы понимаем, что надо леварехальзе. Благословить. Да. Значит, я объясняю, что такое мегаэш. Мегаэш. Это аббревиатура, которая включает все виды благословений на пищу. И когда, да, почему саудат амен? Потому что после благословения все говорят амен. И тогда появляется ангел, который нас охраняет. Охраняет. И потом, если у нас что-то плохое случилось, так он нам помогает. Да. Вот. Но теперь что правильно. Мы, в общем, пробовали, да. И как да. Мы благословили? Что мы пробовали? Мы пробовали мезонот. Мезонот. Что такое мезонот? Мезонот. Кемах. Это выпить. Это кемах, это может быть еще и хлеб. Но это не хлеб. Это выпечка. Сейчас. Вот сегодня мы ели пироги. У нас были пироги с капустой, и с картошкой, вот. Потом сладкие пироги с вишней. Да. Ну, то есть разные всякие картошкой. Пироги у нас сегодня были. Вот. И что мы делали? Прежде чем есть. Мы говорили благословение на этот век. Мы говорили бараху на всякие вещи. Ну вот сейчас у нас мезонот. Так, все, на мезонот говорили, что сказать эту бараху. Да. Просто так не надо, мы же сейчас не едим. А, хорошо. Вот, ну в принципе, кто интересуется, это скажу. Не надо, просто нет, это лево брахала в этом. Вообще можно. Не надо. Кому нужно, тот узнает. Я скажу. Вика, не надо. Сказали, не надо. Вот, значит, говорится браха, благословение. Все говорят там амен. Амен, потом да. Когда. Подожди, но мы же еще не сказали, что самое главное. А, да. Что символизирует эта браха? Угу. Она символизирует, скажи на иврите, парноса. Парноса на иврите, мезонот. Парноса это значит заработок. Да. То есть мы называли имена людей, имя матери. Человека, кому надо... Матерь – это сарай. Сарай. Угу. Так. И потом... И кто нуждается в парносе? Да. И потом... И да. Каждый называл того, кого он хочет. Кому и потом актуально? Мы говорим что-то, что я хотела про маму, про что-то, и говорим «Вика, бат...» Понятно. И теперь батаня. Дальше, потом, да, Вика, прекрасно. Я загадала, чтобы у нее был ребенок. Подожди, но это позже, это подожди, позже. Вика, не забегай вперед. Правда, мам, на холле я сказала, да. Чтобы у нее было. Вика, подожди. Ты забегаешь вперед. Мы сейчас говорим про мезонот, правильно? А следующая браха у нас была какая? Гефен. Гефен. Что мы такое? Гефен в переводе на русский... Это яин. Это подожди. Вообще гефен это виноград. Но из винограда делают вино. Мы пили сок виноградный. Тирош на иврите. Вот. И что у нас гефен символизирует? Зи. Зи. Вуг. Зивуг это... Пьян. Это нахождение своей пары, то есть замужество. Да. Мы желали, кому нужно, выйти замуж. Да. Маме Вики мы тоже пожелали. Не. А, ты не хотела? Не. Ну, мы Оле пожелали. Еще там кто хотел, мы пожелали. Ну, я еще... Мы... Но я пожелала. Я тоже хочу. Маме Вики я пожелала выйти замуж. Так. И еще, мама, я так. Сказала, чтобы ты родила ребенка. Подожди, ты опять забегаешь вперед, моя дорогая. Потом у нас следующее. Это айн. Айн это? Эц. Эц это дерево. То есть плоды дерева. Что у нас плоды дерева сегодня были? Оливки и орехи. Это оливки.
Оливки растут на дереве, и орехи растут на дереве. Орехи, да. Вот. И что они символизируют? Они символизируют рождаемость. Вот, и Вика пожелали, но ты не хочешь, чтобы она вышла замуж, а хочешь, чтобы она родила. Плодородие и рождаемость. Окей, чтобы она родила и родила. Так надо, чтобы она сначала вышла замуж тогда. Ну кем? У нее нету. Ну вот, я ей пожелала, найдет. Все сказали амэн. Все сказали амэн. Безраташем. Так, далее у нас что идет? Алиф. Адама. Земля. У нас было салат. Овощной. Помидоры, огурцы, зелень, картошка запеченная. Капуста. Перцы запеченные. Капуста. Капуста это в пироге была. В пироге с капустой. Это занос было. Селедочка тоже идет. Нет, селедка сюда не идет. Это следующее благословение. Это щель. Это все, что плоды земли, что земля. Земля. Понятно. Что выращивает земля. И сейчас. Так и что символизирует Адама? Земля. Здоровье. Молодец. Правильно. Приют. Здоровье. Опять же, мы называли людей, которые. Я маму сказала. Да, ну обычно называют тех, кто тяжело болен, но в принципе можно пожелать. Маме тяжело болен. Да? У нее губа бедная. Бедная мама Вики. Так, подожди, сейчас. Так, и последнее. Шин. Шеаколь. Тут уже все виды благословений. И мы можем желать все, что наше душе угодно. Всякие пожелания можно произносить. Так что вот, а шаколь у нас что было? Вот селедка, салат из туны. Что еще у нас было? Соки, вода. Все это шаколь. Конфеты, да. Да. Ну вот, на этом все. Должна сказать своей внучке до свидания. Спасибо.